эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. Двадцатого января обязательно натощак пили крещенскую воду для того, чтобы на будущий год запастись крепким здоровьем. Чуть позже я поделюсь с вами своей информацией об этом дне, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В городе Алексине -2, -6. В Ефремове -1, -7. В Белеве -3, -7. В Новомосковске -4, -8. По прогнозам на 20 января температура в Туле будет колебаться от -3 до -6 градусов по Цельсию. Преимущественно облачно, возможны осадки. Влажность воздуха составит 82-94%. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Магнитосфера Земли спокойная, магнитных бурь не ожидается. Считалось, что если увидишь гуся или лебедя, что в январе большая редкость, то эта примета приведет к исполнению желаний и радости. На сегодня у меня вся информация. Отличной вам погоды. С вами была я, Мария Мордвинцева. Увидимся завтра в это же время.